Мама пульнула меня в сорокет. Она говорит, как из меня получилось это? Весь город наш. Ты освоилась. Именно. Именно 9 лет. Питер классный. Питер классный для жизни. Швей копытами. А ты нас вместе сможешь позвать? У меня такое было в последний раз, мне было 20 с чем-то лет. Я еле осилил. Так, ну что, мы заминировали Алевтину Ивановну Скоробогатько. Вот видите, это работник рынка для цветных волос и прочее. Она с миной ходит. Что у тебя в руках, скажи, деточка? Подарочка. Подарочка? Да. Для кого? Для тебя и для Ирины. А почему ты так мое очко не любишь? Что ты? Почему? Наоборот, люблю, понимаешь, и переживаю за него. Ну, во-первых, это манда. Мандарины? Мандарины. Ирины. Мандарины шарить. Ирины. На маленькую. А, да, а что? И что ты ее убрал? Себе? Ну, в смысле, я в пакет будем потом кусать, это... кусать будем. Кусать. Слушай, это в начале тусовки, так как ты алкоголд. Алкоголд. Да. Достаточно одной таблетки, как бы. Да. Что тут еще? Что там еще? Шапочка. Шапочка? Шапочка. То есть, подарочка и шапочка. И шапочка. Давай, слушай, шапочка, я сразу да, же. И тебе, наверное, а тебе, наверное, вот такая. О, божечки, кошечки, посмотрите, какой я стал красивый. Секси. Шапочка. А у тебя, это... кролик. Кролик, кролик. Ну, кролика мне, я же в год кролика родился. Да. Серьезно? Я угадал. А это что, смазка? А это смазка. Здесь написано «С днем рождения». Это эликсир от Васи Натальи, это я. Это внутрь это или мазать? Это сверху, где лыса. Где лыса? Где лыса и не волосата. Мандариночку. Мандариночку, да. В общем, я понял. Для увлажнения и повышения влажности. Уголек пригодится. Уголек, ладно, да. Скажи, как тебя зовут? Меня зовут Ната Васина. Ната Васина. И я дама Красина. Я крашу и лечу. Красишь и лечу. Крашу и лечу. Мы находимся на Казанской улице, хотели пойти полить, там не зайти, потому что пятница вечер, поэтому мы пойдем в стирку. Хотелось сосисочку. Сосисочку, там борщ клевый. Мне вот там нашем... есть грибная настойка, которая мне однажды не зашла, я хотела дать ей второй шанс. Да. Потому что я познакомилась с парнем, который там работает, его зовут тоже Паша, пам-пам. И он сказал, что... И он сказал, что это его любимая настойка. Блин, чувак похож на... На что? На Владимира. На Владимира? Этот качок Кучина? Был огромный, качок огромный. Турчин... Нет, да? Который вот так вот? Вот так вот? Как... Турчинский, да, по-моему, Турчинский. Который... Ой, откуда, умер. Откуда ты знаешь эти фамилии? Похоже. Похоже? Ну что? Ну что, пойдемте? Пойдем в эту, в шум. Сейчас стирочка. Сейчас там могут мне сказать. Блин, ой, хоть бы разрешили снимать. Садись, детка. Куда? Скажи, что ты будешь пить. Я не знаю, что я буду пить. Не, ну как? Но что-то я хочу. Я быстренько, быстренько. А что, сядемте? Раздеваемся? Да, сядемте. Здравствуйте. Ну, мне кажется... Мне кажется. Здравствуйте. Так, настойки, настойки. А сколько градусов настоечка? Ой, ну это сильно, нужно с чего-то лайтового начинать. Давайте ягодные. А ты подожди, стоп. Нет, подожди. А ты? Психологический портрет, как вы думаете, какую ей настоечку забендюрить? Вообще я люблю джин, и мне сказали, есть какое-то местечко под названием Федя. Там все на джине, настойки на джине нет, только. Федя, мы там были в этом, да? Феде, да. Ну, все на джине как раз. Поэтому хорошо, что мы туда не пойдем. Сейчас. Давайте сравним, давайте, что бармен предложит. Ну вообще, посмотрите, по идее... Какая нескрепная девушка. Вообще, хорошую тусовочку нужно начинать с пивасика, как бы. С пивасика? Конечно, да. 0,33, вот у вас вишня у вас на кране или в бутылочке? А нет. Что, покажите вишенку. Покажите не, ну вишенка, вишенка на торте. Ну что, ты серьезно? Вишневый ты, крик. Ты хочешь, чтобы мы пришли и что-то пили с бутылки здесь? Может, все-таки настоечку, а? Ой, ладно, давай вишню на мяте.
выбрала? Вообще, я пришла постираться. Не-не-не, ну что? Вообще, легендарное местечко. Здесь прекрасные тусовки. Самые нежные тусовки. А ты? Я за рулем, детка. Ты мне предлагаешь? Да. Так можно? Как можно. А ты пила, да? А ты пила? Я тогда... Я приспущу, наверное, маленечко, да? Приспусти, только не штанишки мои, пожалуйста. Только начало вечера. Там будет жесткое разочарование. Клеит меня. Жук. Ну ты даже, Я чуть-чуть. А знаешь, как делают? Как? Берется трубонька, вставляется, зажимается. Не-не-не, настойку трубонька, ты что, с ума сошла? Ну типа, короче, можно взять пробу. Знаете, любого алкоголя ты берешь трубочку и такой типа, я чисто угоститься, засовываешь трубочку, зажимаешь, вынимаешь и пробуешь. Типа, как мензурка, знаете? Короче, хорош здесь, давай забуду. Я чуть-чуть на язычок, а потом отдам оператору. А ты мне скажи, что ты чувствуешь, когда ты пьешь это. Забуду? Я тоже по чуть-чуть. Очень даже. Сколько в тебя надо влить таких, чтобы ты предалась где-нибудь с Буддой? Ой, а я уже. Ты уже с Буддой предалась? Я уже сегодня. С Буддой Васильевичем? Два раза. Скоробогатько? Да почему Скоробогатько? Кто этот человек вообще? Ну ты выглядишь просто как Скоробогатько. Спасибо, вот так вот, знаете, вот все они такие, короче, понимаешь? Ты, значит, красивая, сходила на ноготочки, да? Такая вся пуся, а они такие... Вот что я думаю. Вот вообще, кавалер хер, понимаешь? Не скрою, я абсолютно хер кавалер. Кавалер в жопе хер, понимаешь? Не-не-не, а... это статья по нынешним временам. Что-то он пропаганда. Уже, короче, ты уже что-то говорил про это дело голубое. Ой, и Ира, мы... Так, смотрите, сразу же, левой рукой пьют за любовь, за родителей, за мам, ну типа... Да, а правой за все остальное дерьмо жизни. Ну говорят, типа, зига папина, сердце мамина. Так, ладно, в двух словах, как ты дошла до жизни такой, расскажи. Ну, я реинкарнировалась уже, знаете, такой прекрасной. Ты реинкарнировалась. За реинкарнацию. Подожди, левой? Мне левая. Давай левой. А из чего ты реинкарнировалась? В смысле? Радуга, алмазы там. Не, ну до этого ты чем тогда была? Кем? Если это была реинкарнация. Звездой. Звездой? Космической пылью. Я не знаю, Павел, что за вопросы. Я родилась из прекрасной женщины Галины Петровны. Я обожаю, я ее фанат. Многие друзья мне даже говорят, знаешь, ты научила нас любить своих мам, потому что ты так любишь свою маму. Ну, надо сказать, что твоя мама, мама это в теме. За мам? Да? У тебя мама, ты понимаешь, она на одной волне с тобой. А это мне это годы тренировок. А, это годы, то есть это твоя заслуга? Конечно, мой хороший. То есть она сразу тебя так не приняла вот такой? Мама пульнула меня в сорокет, она говорит, как из меня получилось это? Ты такая... Мама мне очень много инсайтов говорила, мама что... Мама твоя очень молодо выглядит. 75 будет, подруги. Да. Вынимаем. Но алкоголь мне до сих пор, конечно же, не продают. Это проблема, купить его без паспорта. Да? Да. Потому что тебе 19? Я думаю, как будто бы даже меньше они думают. Зато очень удивительно наблюдать за реакцией людей, когда они думают, что я очень глупая и маленькая. А я злая и старенькая. Вот. Ну что? За годы. За кайф. Давай. За все то, чего сейчас очень сильно не хватает. Все. Скажи, пожалуйста, это перманент вот то, что у тебя здесь вот? Ну, вот это, да. Во имя Луны. А вот это? Все свое, все родное, все свежее. Это тут есть какой-то тайный... Я допила! Какой-то тайный смысл тут есть?
Серьезно? Вот это вот. Я думал, тут будет All Caps and Bastards. Везде есть смысл. Смысл, он везде. Нужно научиться слышать. Я знаю, что ты постоянно ходишь вот на тусовочки ночные, где вот такое... Тусов очка! Так, ладно, деточка, мы поняли принцип построения этого вечериночка. Шуточки за 300. Я обожаю! Это моя прерогатива, тупые шуточки. Ты ходишь на ночные вот эти... До сих пор. А конечно. Как с возрастом тебе? Это тренировка. Тренировка? Это тренировка. Слушай, я бы, если бы, ну, правда, мне уже 47, вот буквально на днях было. Тебе не хочется ходить? Нет, мне не хочется. Нет, это кайф. Во-первых, это кайф увидеть всех друзей в одном месте, обняться, потанцеваться, обменяться энергией, понимаешь, вот это все. Просто намяться с людьми. И приезжают еще друзья играть, как бы, ой. Все нормально. Я не ору, меня слышно! Не надо орать. Спасибо. Там все хорошо. Иногда очень хочется, это очень полезно. Да? Да. Бывает, зайду на Финский залив, как орну, знаете, лучше, реально лучше. Так вот, то есть ты себя чувствуешь после этого нормально, да? Естественно. Но, естественно, хочется уже как бы принять ванну, чашечку кофе. А, мы не... Где пакет? Пакет мы не выпили. Мы не выпили с тобой... Угля? Угля, бля. Не надо угля. Давай попробуем все-таки рискнем зайти в Ипполит. Да? В Ипполит попробуем. Очень заспеть. Хочется. Давай. Там можно зайти на стременную. Надо зайти снять, там машины стиральные. Да, пойдем вообще до машин дойдем. Собственно, изюминка этого казино. Давай, расскажи нам. Я считаю, это легендарно. Можно постираться, и не знаю, открывай, не знаю, что, где открываться. Я думаю, надо сначала... Это не просто так, деточка. Да не просто так? Да, это надо сначала договориться с... Ну, в общем, да, короче, я не знаю, сколько дублонов это стоит, но можно постирать свои... Мозги. Трусики. Мозги надо. Трусики. Трусики. Усики. И усики. Ну, давай тогда. Ой, смотрите. Смотри, какая красивая вообще. Обожаю стикеры. Это, мне кажется, вообще новые обои. Зайка, да. Можно постираться. Вот, смотри. Опачка. Черный ящик. Автомобиль. Ой, спасибо. Это меня Будда научил. Короче... Давайте вас пропустим. Ходите. Все красивые, понимаете? Все красивые. Спасибо. Пойдем на улицу. Красивая тоже, какая хорошая. Мне кажется, мне очень идет вот этот вот пакет. Пакет безумно. Тебе безумно просто подходит. Он очень подходит мне по стилю. Ты и... можешь его положить в рюкзак? Не, ну я уже не могу мандаринчик. С ним расстаться. Ну, он... Нет, мандаринчик. Мандаринчик. Новогоднее настроение. Мандаринчик. Давай мы тебя как этот... как... Анна. Ее Анна. Вот такие вот питерские встречи. 715 лет тебя не видела. Дочка, как ты? Хорошего вечера. Ты на Максима Фадеева похож, человек. 715. Буквально 710, я помню этот момент. Просто! Как добавь бы. Добавь воды. Ну что, попробуем? Но только не сосисочку, а наливочку. Сосисочку мы здесь есть не будем, хорошо? Или ты хочешь сосисочку? Так всегда. Да, да. Так всегда с ними, то есть никаких сосис. Хреновушечку, может быть? А? Иронично. Не, ну никакой почему? Сосисы? Ну как это? Хрен без сосисы? Ну, сосису тут ждать надо будет, а там людей да много. Под... Ну, то есть, ты боишься, что это нападут? Ну, можно... Пойдем, ну, стоечки. Давай, да, спросим, сколько стоит минутов сделать сосиска.
Не будем не... сосиску. Да блин! Сосиску! Муля. В общем, квест вечера найти сосиску. Сосиску. Нормальную сосиску найти на вечерочек. Раз. А здесь надо попить что-нибудь. Да все, хрен на ухо. Хрен в ухо! Вот она какая настырная-то, а? Я тебя покусаю. Ты меня. Здравствуйте, а можно буквально к стоечке быстренько и уйти? Значит, какие две женщины до меня приходили, да? Да, а потом будет. А третья алкоголь. Хорошо. Да, мы по настоечке выпьем, да. И все. Иди сюда. Значит, мы никаких сосисочек, потому что мы идем к стоечке выпить. Do you love me? You love me? На самом деле... От сосиски и кожура. Охрененный здесь, конечно, борщ. Действительно, мы ели с коллегой небезызвестной, с которым мы сейчас снимем проходку. Да. Опять вот. Женщины? Ну, это случайно. А ты парней будешь снимать? Они все гораздо хуже, чем ты. Есть. Однозначно. Ну, детка. Майкл Джексон, Миша Джексон наш. Мишенька. Вот, черносмородина, кстати, очень вкусная. Под борщец отлично заходит. Вы просто посмотрите, да. Это же, у меня, наверное, это мой рай. Я помню. Сними, как я пролетаю. Встань вот отсюда, сними меня, как я пролетаю на их фоне. Как бы вы охарактеризовали психологический портрет вот этой женщины? А музыку слышно? Вам нравится, да? Вы ее видели? Ой, нас зовут. Нас зовут, все, пойдем по... Так, а можно оставить... Оставь здесь. Ну как, можно кинуть? Спасибо! Три минутки буквально. Все, на ход ноги. Видите, какой у меня красивый пакет? Ирма, пошли! А ты тоже будешь? Да, иди. На ход ноги у нас пьется по одному шотику. Вот, ребята, они нальем на ход ноги. На ход ноги. Ну чего, хреновушечку? Ну давай. Две хреновухи. А ты не будешь? Опять нас забанят за этот трек. Паша, это Паша. Ну, это я в прошлой жизни. Я, по идее, если бы в 90-х так вот появился бы на улице, не вышел бы ни дня. Вообще, я хотела дать шанс настойке из белых грибов. Настойке белых, ну давай. Ну, я уже заказал две хреновухи, не будем повторять твой факап. Почему? Я хотела дать ей второй шанс, так же, как и тебе. Мне второй шанс ты хотела дать. Женька, ну ты понимаешь, что я уже старый, мне не хватает. В смысле? Сил не хватает? Сердечко слабое. У меня не только сердечко слабое, у меня писа слабая, понимаешь? Но если ты, конечно, с этим что-то сделаешь, у тебя есть какие-то потенциальные... У меня белье, ё-моё. Пися слабая. Так, а чё, может, ещё можно поменять? А, нет, вон они, вижу их. Так, на 19. Я хотела сосису. Ну что, давай заценим хреновуху. По чуть-чуть. Забать. Да клянусь. Но единственное, конечно, это надо пить не глоточками. Да, все, давай, допиваем и пошли. Подожди. Запать! Пей! Ты сегодня будешь бухая. Жесть! Норм? Жестко! Сюда бы кунжутика!
Пойдем туда, где потише, там допьем. Да ладно, она нормальная. Мандарину давай. Мандарина, пойдем. Где? Ищу тебе мандарину. Прости, вообще, жесть. Тебе не обязательно допивать. Ну, в смысле, неси ее с собой. Ты что? Забирай. Да. Я забираю вас. В смысле? А вдруг потом настроение? Вдруг хорошо. С кем? Так, мандаринка. Я помню эту девушку, но я не помню. Просто в Инстаграме вышла. Скажите. Где это? Знакомлюсь. Крен Амука. Жестко. Ната. Чисто? Ната. Чисто пацанячья. Я вас знаю, но я не помню откуда. А всякие инстаграмные делишки. Да. Вот, да. Я парикмахер. Я к вам хочу. Вот. Какая Буся! Когда можно записаться? А как зовут тебя? Маргарита. Маргарита, Риточка. Риточка, Марго. Хочешь мандаринку? Слушай. Да, возьми, Риточка, мандаринку. На тебе мандаринку. Моей Ирочке хреновуха мандаринку. Хреновуха жесткая. Жесткая? Как наша жизнь. Мы забрались. Я мечтала о сосисе, а мне сказали, это нереально. Какая в бане сосиса? Так, а времени долго делается сосиса? Времени нет. А, сосиса. Вот, видишь? Днем приходи. А сделайте акцию, типа, сосиску на ход ноги, типа. Третья нога. И назовите ее третья нога. Да, допивай. Сейчас будет сосиска. Да, все, уходим. Сейчас все будет. Все, найди ее в Инстаграме. Найди ее в Инстаграме. Сейчас я ее. В запрещенной сети на территории Российской Федерации. Я помню, я видела. А нельзя, да? Будет сейчас. Да. Нельзя? Будет, я заказала. Ната Васина 666. Естественно. Помогите. Да я сам не помню. Ну что ж такое-то? Серьезно? Надо. То есть ты не помнишь? Я то тупой. Есть вот так, да? Офигеть. Спися слабая. Тупой. Я подписана. Она подписана. Вот это фейл. Я помню, что я помню. Я помню, что я помню. Главное, помнить. Будет сосиска сейчас. Да не. Серьезно, ты будешь заказывать сосиску? Да у нас нет времени. Нет времени, сосиска. Что? Ты допивай уже, нам найти дальше дорого. Понимаешь, сразу видно женщину. Она мне сразу говорит, будет сосиска. А ты? Она сразу мне просто прочувствовала, за что какие, сосисем. Какие сосиски. За сосисем. Давай. Сосиска в ком? В тесте. Натусик. Молодец какая. Все, хреновушечка зашла. Миша. Гениальный человек. Такие Саня, рождаются раз в 100 лет. Ты в порядке, Саня. Саня, ты в порядке. Не, скажи нам, ты в порядке, Саня. Неужели все гениальные люди травмированы? Мандаринка за щекой. Дорогой Кашемировый. А ты тоже одень. Все, девчульки. Что, вы серьезно сосиску заказывали? Зайка. Она сказала, что не готовили сосиску. Как тебя маму зовут? Прямо сейчас? Слушай, она говорит, реально будет сосиской. Да не надо, мы пойдем дальше. Мы с тобой лучше соберемся нормально. Возьмем много сосисок. Хорошо. Маргарита, очень приятно. Очень приятно. Все, большое спасибо за прием. Да, да, да. Все, пошли. Так, to the right. Итак, дай Ире шапку. Подожди, а твоя шапка где? Шапочка. Ну, надень эту шапку.
Они вообще-то из Непала, естественно, от самого Будды. Будда вязал. Непал — это материал такой? Они из Непала, у него сделали? Я Непал. Ты Непал? Давай, я подержу. Тут вот, тут, собственно, и палит, вот. И палит, и ничего не болит. Ой, а время поздно, все, да, нельзя? Что? Курим молча? Да. Не идет? Тебе очень эта шапочка идет. Так, а что, а можно тебя снять? Никто же не знает, как ты выглядит. А ой, ты все станешь популярной. Все знают, как, знают, как она выглядит. Вот она, зайка! И какой-то дирижабль. Дирижубль. Пошли. Вообще, такой вообще вот человек, казалось бы, да? Взрослый, интеллигентный, intelligent. Кто, я? Да, я да, тебя да. умоляю, какой такой, я взрослый, такой какой интеллигентный. Ну, я самый тупорылый. Нельзя так про себя говорить, нельзя говорить, что ты тупорылый. Почему? Запомни, раз и навсегда. Так, у тебя были два родителя, которые изначали тебя в любви. Да. Ты родился, да, и ты пригодился в любом случае, потому что у тебя родители боги. Вообще сделать человека — это божественная штука. Прикинь, ты просто с человеком встречаешься, пошли и ты такой выделенке. Типа. Она специально для нас сделана. У-у-у, весь город наш. Короче, но. Это таинство делания детей. Встречаются два человека, такие шмяк и клубочек любви. Это божественная штука, мне кажется. Ну, то есть вообще. Поэтому каждый человек — бог. Трах-бах, тебе дох. А ты у нас, значит, дох. Богиня. Что значит богиня? Да. Слушай, вообще, если сказать каждому человеку, что он богиня, он может перекрыться и не поняться. Смотри. Перекрыться и не поняться. Каждый эмбрион, когда рождается... Так, куда мы идем? В бороду? Ой, да. Вот слушай, нет, это пивняк. Нельзя. Это пивняк. Нельзя. В пивняк мы не пойдем. Пошли нет. дальше. Слушай, ну в конце концов мы можем дойти... Не снимай, давай вернемся. Не-не, все хорошо, Заинька, ты чего? Это же... Заинька она. А ты кисунька. Я радуга. Кто? Я радуга. Ты радуга? Да. Слушай, я тут сделал пост про радугу. Мне сразу прилетело от тех, кто радугу не любит. Меня в Москве два товарища в форме назвали «Ха, ЛГБТ-ка». ЛГБТ-ка? А у меня наушники, они думают, что я ничего не слышу, а я все слышу. ЛГБТ-ка, ЛГБТ-ка, знаю, это я... учеба и игра. ЛГБТ-ка, я говорю, молодые люди. ЛГБТ-ка. Они реально молодые. Опа. Ну что, зайдем? Конечно. Пошли в бар. Смотри, какая дичь. Пиво за... Слушай, ну тоже пиво, закуски. Нет, у них есть настойки, пошли. Детка. Я настойчиво настаиваю. У них там даже стендапы проходят. Что? Да мне все время прилетает, что никого не пропускаю, типа. Как будто это важно. О, смотри, вообще вольготно. Наконец-то мы вообще отдохнем. Вальгала, свобода. Свобода будет следующей. Здравствуйте, как вас зовут? Айша. Вот, чистый Петербург. Это имя такое, Айша? Обалдеть, а откуда это? О, серьезно, а она бы настоечку... Настоечку, какую-нибудь самую фирмовую вашу настоечку. Три штуки? Нет, две. У нас один алкоголь. Просто, да, такая. Я не спрашиваю. Так. А все. Стоп, где камера? Мне нужно, чтобы вот эту девушку сняла обязательно. Все. Сними вот эту девушку обязательно. Все, снимаю. Смотри, я подчиняюсь. На троих. У нее широкие уши. Ирина, ты себя вообще видела? Это легально. Я очень по-разному. Я против некрасивости. Некрасивость – это... Тебе нельзя, это круче, самое красивое. Некрасивость – это некрасиво. Не люблю некрасивость, у меня фобия. О, это чисто Петербург. Ты из Питера? Нет. Нет, она из Барнаула. Из Барнаула. Я... Барнаул! Столица мира, жемчужина Алтайского края. Я родилась в Сибири. Ну, тоже неплохо, собственно, как бы. Сколько ты земеля? Уже, сколько ты уже здесь живешь? 9 лет. 9 лет? 9 лет. Ты освоилась. Именно! Именно 9 лет! Питер классный для жизни. Москва для заработка, хуета. Ребят, даже не суть, я скажу. Короче. Мне на тачке хватило 4 часа пробки.
Какая красивая. Спасибо. Конечно. А вы надолго здесь? Слушай, мы на 5 минут. 7. Нет, вообще в Питере. Я живу здесь. Да? Да. Найди. Я обожаю это! Тогда минутку, тогда ждем. Телеграм, да. Телеграм, запрещенная нынче сеть. Нет, телеграм запрещенная, что ты гонишь? Слушай, если... Да? Телеграм не запрещенная, алло. Смотря для какой стороны смотреть. Для нашей стороны. Из какой стороны. Для нашей. А ты чем занимаешься? Слушай, я вожу экскурсии по городу. Это подарил мне глубоко любимый друг, который его смотрит уже много тысячелетий лет. Мне кажется, они фрактально знакомы, потому что они похожи. Я мечтаю познакомить, он скоро приедет. Чего тебе надо? Набери в любом поисковике. Тут тоже Алкоголд. Алкоголд. Ой, дама, все, найди меня. Я потухла. Айша, реально Айша? Айша. Аиша. 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 Эйгу дурма. Так. А, нет. Ох уж. Ты очень красивая, тебя не снимают. Я нашла! Ее снимает. Я снимала, я снимала ее. Я, конечно, ей шапку подарила. Шапку. А можно мне тоже такую? Блин, у меня дома это не непальские шапки. Все, теперь дружим! Дружим! Аккуратно. Обожаю. Давай. Это кто? Не знаю. Это лайм, это лайм, это лайм, это лайм. Это лайм какой-то. А ты не пьешь? Я думаю, ты как оператор. Она как раз пьет. Я не пью. Я поняла. Операторка. Оператка. За прекрасный песнейший пить. Это тебе должно зайти. И за новое знакомство. Оперец? Это тебе должно зайти. Оперец. Это ты должен был зайти. Я тебе объяснил, что я импотент. Импотент. Это не важно. Attention. Ну нельзя вот, такое видишь. Говорить. Короче, смотрите, нельзя говорить про себя, что ты плохой. Потому что у тебя есть родители, и когда ты говоришь, что ты, короче, плохой, Господи, ты кидаешь... Господи, детка, сарказм не для России. Оргазм. Лови оргазм. Ты кидаешь короче, сейчас самасику на себя, что ты плохой, а ты хороший. Именно, бич. Ты строишь сам себя из фундамента. Ты его короче, выколачиваешь, блядь, за всю свою жизнь. Короче, матрица. Да, все. Нас выколачиваешь. Как тебе настойчик? Настойчка. Настой. Слушай, очень-очень вольготно, как и как бы место, в котором мы есть. Ну, то есть, пятница вечер идеально. А ты мне кажется, это карма. Выбрала, по каким-то причинам? Короче, нельзя говорить про себя, что ты плохой, потому что ты кидаешь дисреспект своим родителям. Тебя сделали твои родители. Они... То есть, бабы... Соответственно, и ты тоже. Я хожу даже. Поним? Это правильно. Если ты говоришь, что ты стрёмный, значит, ты типа кидаешь дисреспект родителям, сейчас заплачу. Нет. Я уже напиваюсь. Ирма, левой рукой за родителей. Слеза, кусочек. Дебил. Самая новая. А, ты ж недавно, свеженькая? Да? Ну, недели 4. Да. Ничего себе. Это награда. Ну, на самом деле, я уже начала медитировать, чтобы нам попалось что-то вольготное. Ирина, можно в вас посмотреть, все видишь? Что? Это не стирается. Да, я вся забитая, да. О, девчуля! Вода, я ж говорю, что типа, да. В каждом месте, мне кажется, будет происходить такой happens просто. Happens. Нет, секси, это очень вообще, вкусненькое, мне нравится. На самом деле, да. А кто просто... там? Кто там? Там лайм какой-то. Это лимончелка. Это лимончелка, просто лимончелка. И все. Надо было корицу туда шмякнуть. Не-не-не. Бля, ты любишь обычный пирог с корицей? Я вообще если у тебя есть, пироги если люблю. Ты, если ты оставила свой телек, блядь, все. Ты, блядь, это держись нахуй тогда. Чоп, это тема за пироги зашла. Это проще угроза, блядь. Пироги, угрозы, огурец. Огурчиком можно заткнуть. Огурчики? Прекрасный нет, рот. Пирог. Пирог? Она привезет. В песочном тесте яблочный с корицей. Сама пирог мне привезет. Короче. Бля, влажная будешь. Я уже. Влажность повышенная. Ты потекла. Погода повышенная, влажность повышенная. А может я у тебя еще не стекло возьму? Не очень а могу идти, да.
Это нежнятина. Как зовут? Нежнятина. Ну, после хрипов, после жизни. Как зовут мальчика вот в пиджаке? А я не знаю. Мальчик в пиджаке. Да. Мальчик в пиджаке. Можно... Мальчик молодой. Тихо хотя потанцевать с тобой. Ребятки, можно нас рассчитать? Да. Как будто Латоя Джексон. Так. Пять человек. Мы сейчас идем в свободу. Я дальше? Туда. Мы идем дальше. Я с вами. Давай, погуляйся. Не, на самом деле я... Карт наличный будет? Карт. Вот за это чистая питерская гурма. Это такое ощущение, что это все в Телеграме, знаешь. Возможно, это хозяин как бы этого казино. А как тебе вот это, Илон Маск? Слушай, я мечтаю, чтобы у меня свадьба была на ладошке. На ладошке? Понимаешь? А, да. Вот это самое, да. Чтобы, ой, я сегодня как раз на заливе наблюдал такую самую фоточку. Я очень долгое время... Так, ну ладно, мы девочку... Ну, очень долгое время не любила Петербург. Как-то он мне не заходил. Может, у нас двоюродный дед Петя, брат Петя. И... дайте снять, еще мужика нашла. Короче, брат Петя, дедушка Петя. И я слышала Петра как-то, и меня накрывало, и мне как-то не нравилось. А дайте, пожалуйста, человека. Кто этот человек? Вот, директор, я угадала. Дайте, пожалуйста, можно его снять? Во, смотри, вот что. Это реально директор. Это директор казино. Боже, дай Бог здоровья. Как его зовут? Дмитрий. Ну, естественно. А отчество не знаете? А отчество? А не знаете отчество? У Димона? Бля, нет, я всегда с ним Дима. Димон! Ладно, пусть будет Батькович. Блин, у меня есть товарищи в группе «Лаванда», и у них есть трек «Димон». «Лаванда». Горная лаванда. Ты помнишь эту песню? Значит, я еще не совсем старый. Я обожала Софию Ротару. Благодаря ей я научилась петь. Вы знаете песню «Лаванда, горная лаванда»? Зима, нет, зима. Они не знают. А короче, я еще... А, да? Да, они не знают. Ну, я смотрел на чувака, который смотрел «Eye to Eye Contact», понимаешь, как бы. Деточка, ты... Я абсолютно не забыла пакетик. Пакетик. У нас очень стильный пакетик от Balenciaga. Пакетик маечка. Все, ребят, большое спасибо. По концу вечера мы ходим. Спасибо, ребята. Диме привет. Диме просто привет. Дима, меня брат Дима. Так, итак, наша компания. Итак, Атос, Арамис и Д'Артаньян. И наши маленькие друзья отправились в новое приключение. Детка, но мы ты куришь вот эти вонючие? Вонючие стики. Вообще, про стомакут, все нормально секрет. Слушай, вообще... Я думаю, фототься, и мне к стоматологу 10 числа. Да чего? Папа, блин! Рюмочная? Они просто, они как бы... Ну что, хочешь сюда зайти? Я не слышу. Что, в рюмочную зайдем? Может, нафиг надо свободу, пошли в рюмочную? Чаще вино. А, нет, это грузинская кухня. Ты же с водкой нас, или... Там тоже есть рюмочная, просто... разъебались все телефоны, я разъебалась за 3 месяца. Ну что ты так... Так ты не матерись просто, и не будешь разъебываться. Я из Ехаба вышла 2 дня назад. Не матерясь. Ехаба, это ёбр который? Это новый месяц, 13. Мой, не мой, к сожалению. Это... Так, мы идем в рюмочную или нет? Или идем до свободы? Свобода за Садовой. Можно везде пройти, Паша. Да? Я Наташа. Ай, спасибо. Все, это все, подружки, дружим, все. Дружим на каточке. В рюмочную идем? Идем. Все. А вы дальше? Мы вот сюда зайдем сейчас. А, так сюда. Там что, не рекомендуешь, не советуешь? Ну я там-то не плачу. А, здесь я заплачу, Конечно, да. Я сильно независимая, но я... Вы за все заплатите! Нормально. Потому что у тебя кошки есть дома? У тебя кошки есть дома? Типа мяу.
Ну вот, сильно независимые, пошли. Смотрите, смотрите. Смотрите, какая шкура. Смотрите, какая шкура лежит. Там бывает три кошки. Это новогоднее настроение, бля! Давай! Что началось? Шевели копытами. Итак. Прямо хочется сомелье поставить, и это официант, чтобы приходил. Или мою бывшую. Или твою бывшую, да? А моя бывшая приедет. Это что? Ребятки, можно на стоечку вас попросить две штуки? Новогодние. А вот какая настойка является гордостью вашего заведения? Можно снять? Извините, пожалуйста. Каждый день праздник. Я его запомню. Я дарю тебе. Я дарю. Спасибо. Приложение России. Каждый день праздник. Заход в бар. Какая настойка является гордостью вашего заведения? Нормально все. Вольготно гуляем. Пятница. Иди сюда. За маму, за папу. Все-таки там что-то есть. Им понравился мой заход про то, какая настойка является гордостью. Две настойки. Три? Две? Горькая, сладкая, кислая. Сладенькая. Хватит нас горького. Хочется сладенькой жизни. Все-таки мы девочки. Горькая, сладкая, кислая настойка. Кислая. Я сегодня весь день не ела специально, чтобы себе... Шучу, нет. Я маленечко покусала еду. Но это была кето-питание, это был жир. Это был чизкейк. Как это все будет миксоваться по звуку, я даже не представляю. Потому что, извините, ребята. Жестко? Вот, ну, жестко. Это, представь, это моя карма, как будто бы. Нет, я не к тому. Я к тому, что тут одно, там другое, и все это в одном канале. Так, какая сладкая? Сладенькая вот эта будет. Она из чего? Как мы ей скажем? Облепиха. Тебе облепиху? Это ненавидела собирать облепиху. Здрасте. Это сравним, кстати, сейчас собирать сравним лимончеллу с твоими чуваками. Вообще, деревня – это прекрасно, шалаш – это прекрасно. Собирание ягоды – это отвратительно. Деточка, зайка. Это медитация, я просто ее не понимала. Сибирь. У меня мама так люто собирает вишню, я даже прибалдела. Короче, давай. А, все? Я хотел, чтобы мы с ней выпили, а она там уже зависла. А ты где зависла? Алло, выпиваем вообще-то? Нет, с девочкой. Так, алло, стоямба. Все. Да. Все? Мы да, ты как раз у нас, мы два алкоголда. За что? Скажешь. Подожди, левой рукой надо за маму. Левой рукой за маму, за любовь, за сердце. Подожди, это какая правда? Мне нужна левая? Сердечко, нет. Сердечко, за сердечко, за мамочку. Сердечко. Ой, подожди, я сама... Моя ты сладость. Облепиховая. Вот, она петерчанка, я как будто бы еще не... Вердикт, что ты скажешь? Неплохо. А что у тебя было? Лимончелло. Я хотел попробовать. Я хотел сравнить с той... Нет, слушай, неплохое. Неплохое, да? Неплохое, если брать... как за домашнее, то неплохое. Угу. После хрена тебя? Все прекрасно. Это хрен? Нет, хрен был. Хрен – это вот. Хрен – это я. Хрен – это вот, да. Это что ли? Это облепиха. Хотите попробовать? Подтяжная. Я чувствую подтяжная немножко. Разведенка. Просто добавь воды. Ребятки, дайте я сразу расплачусь с вами. Давайте, карты будут? Да. Просто вот так вот, понимаешь? Вот за самый лучший выпуск. Но чисто кидайте. По барам мы можем устроить. Кидайте донаты. Да. Донаты, лайки, гайс. Мы вам устроим все, что хотите. Потому что в Питер хотят многие. Детка, уже а приезжают, шуточка один раз. Да отстань от меня. Какой-то чел за мной привязался, платит. В платье. Какой-то чел в платье. С грустной писей. Вот такое мне еще не говорили. Что-то твоя пися взгрустнула. Короче, ждите конца. Почему твоя пися взгрустнула? Да я ее развеселю. А она не улыбается. Она не улыбается. Такая, типа... Я сейчас тебя пшикать начну еще этой штукой. Ты мог бы ворваться в эту бассейну. Да, наверное. Но нет. Но нет, да.
Я пытался уйти от кишка любви. Тонка. Я брал острую бритву и ранил себя. Слушай, ну я даже в Сестрорецке тогда не смял. Не смял. Вообще. Да, да. Вот ты такой, у тебя такие глаза красивые. Да ты гадишь. Серьезно? У меня красивые глаза? У него цвета киви глаза. Я первый раз я увидела. Я не сплю ночами последние 20 лет, и она нашла мои глаза красивыми. Правда. А, цвет глаз? Нет, я сегодня порылась. Я это только я думаю. Где ты порылась? В чем? В твоих будуарах, блядь. Я не пойду. Ну так что ты там нашла? Я тебя нашла молодым и невинным. Думаю, фу, какой сладкий. Видишь, во что я превратился? Подожди, мы делаем себя сами, мы сеем семечки. Сибирь, мы пошли. Он за все заплатит еще. Я уже заплатил. А еще, мы уходим. Ты стики нашла просто. Минуту, я сейчас оставлю. Нам дальше надо. Вам, да? Ты не вернешься. Оставь Аишеньку с компанией. Все, тогда я ебошу в свой бар. Да, давай. Давай тогда познакомимся. До свидания. Все, давай, зайка. Ой, мы не познакомились, но мы познакомимся, если что. Все, мы еще увидимся. Мы с ней-то только познакомились. Аиша. А как вас зовут? Да, красивая семья. Маша, Наташа. Васина, на выход. До свидания, хорошего ночера. Потеряли Аишу. Слушай, она на самом деле, она потерялась. Туда. Она потерялась сама. Она потерялась. Да. Но в этом пути собачка могла подрасти, а также потеряться. Ой, где мой телефониатор? А я вообще сегодня отдыхаю от телефона, и вообще раз в неделю просто не трогаю телефон. Это интересно, это очень странно. Норвежские вафли, бар, вино. Норвежские вафли? Вино? Вино. А что ты, вот это твоя акцентуация, а у нас 5 баров или 5,5? А похрену. Кусание, ты мне зажал кусание. Сосиска или... Я тебе объяснил, что никаких сосисок. Мы пьем, понимаешь, сосиски отдельно. Горошек, майонез. Ну, но, детка. Слушай, то есть я пошла с тобой гулять и никакой сосиски пить? Сосиску ты можешь употребить вот. С кем угодно. Это ты! Смотри. Такой же колючий? Ебучий. Случай. Я тебя ненавидеть, блядь. Понимаешь, опять кактусы. Это необъяснимо на факт. Это больше на меня похоже. Необъяснимо на факт, но это ты. А у тебя была борода когда-нибудь? Да, конечно. У меня, в принципе, каждый лет. Ну, я не могу сказать, что это прям борода. Видел, щетина. Бороденочка. А усы? Бороденочка. А усята? Чтоб тебе потрафить. Так, ну слушай, сейчас будет вырезанная часть какая-то. О, опять, понимаешь, фаллические стималюхи. Слушай, ну что, писюн совсем маленький? Да. И вообще грустный? Совсем невкусный? Совсем невкусный. Слушай, ну ты тогда молодец, что ты бэбика заделал. Ну, видишь, на самом деле, как-то смог. У тебя синка или дочка? У меня сынка. Синка. У меня сынка. Синка на скрипке играет. Ой, серьезно? Ты знаешь, сколько это бабла стоит? Я не понимаю. Да. У меня была... Ну, начнем с того, что 2 квартиры сразу просто отстегни, как бы. Это со скрипкой? Не, серьезно. Одна в центре, другая в Павловске. Я без шуток тебе говорю. Адрес не говори, а то это... Да, первое, адрес в центре уже все знают. Мы идем, мы туда, куда надо идем. Ну, Свобода там, да, по-моему. Хорошо. Да. Ты же Свободу хотела? Я хотела Свободу, попугаем. Конечно, хочется свободы. На самом деле, по сравнению с Москвой, Питер очень свободный. Как бы все пытаются спрятаться в Питере. На Юпитере. Ретроградный Марс. Сейчас я проверю. Ой, как вам шапочки идут? Я не могу. Свобода. Покупайте шапки. Ну, шапки, да, из Непала. Да, у меня сосед припер, говорит, на, продавай. Я говорю, хорошо. Они что, серьезно из Непала? Они реально из Непала. Так, а ты не чувствуешь просветления разве в этой шляпе? Слушай, ну, возможно, мне нужно... Тебе очень идет. Просто я... Как будто ты в ней был уже, понимаешь? Я видела тебя в ней. Я в ней родился. Где свобода, епта?
Свобода, вот буквально, детка, еще чуть-чуть. Потому что я сюда... ты хотела Федю Дичь идти. Во-первых, Федя Дичь уже у нас был. Во-вторых, до него переть, блин, за Невский проспект. Ой, ну все, все, все. Все, просто началось еще. Алевтина Петровна, вам очень идет. Я похожа на эту. Плава Лагуна была в пятом элементе, которая пела там. Ой, мама. Вот, видишь, матушку вспомнил. Я кобра. Ты кобра. Мне кажется, я больше похожа на кобру. Я не похожа на кобру? Ну, слушай, цель близка. Бенбар стритфуд, вьетнамский, тра-ля-ля. Ты как докатился до жизни такой? Ты расскажи про себя, ты вообще кто? Ленинград, овец? Я Ленинград, да, я родился овец. Здесь и вырос. И как тебе? Мука, вода, кстати, интересное заведение. Мука, типа, вода. Как ты сам себя ощущаешь? Слушай, я норм ощущаю, ну потому что в моем возрасте уже говорят, пора пить таблетки, Паш. Столько не живут. Не могла удержаться. Вообще так, вот понимаете, какое-то особенное чувство дрочения. Слушай, детка, я что-то не могу понять, а где оно? Да вообще, давайте стоямбочку сделаем, да? Ну вот же здесь оно должно было быть. У меня был, кстати, Павел. Ну, если что, сейчас пойдем вот туда. Был у меня Павел, но он был очень честный, правил. Он был мой первый. О, в смысле, я у него. Это можно видеть. Это мило. Я ничего не понимаю. Он не туда нас привел. Я напила. Я не кушала. Гороховая 53. Это 55. А следующий, что ли, получается? Нет. Меня очень бесит, что некоторые дома не пронумерованы. И иногда ты не можешь понять. Может быть, на во двор, может, там, где ротонда? Нет? Ротонда? Ну, я имею в виду, где была. Не знаю. Блядь. Сучка. 46. Вырубай машину. Потому что мы сейчас будем искать, что мы будем взять. А ты была там? В свободе нет. А что ты? Семёныч, так давай перейдем улицу. А что ты? Так ты же вёл. Не, я просто думал, что ты хотя бы знаешь. А? Она может быть, где-то во дворах находится. Угу. Может быть, какой-то закрытый бар, скинул там, я не знаю. Скинул себя, такой, типа, вел меня. Я говорю, все, я ему написала. Слушай, ну нет, ну там уже свободу. Там уже фонтанка. Ну да, а не там. Что показывает карта? Карта... Чисто питерская хурма вообще. Карта показывает свободу. Так вот, все курят эти электронные залупы. Мне кажется, это еще опаснее, чем вообще обычная сигаретка. Хотя в обычной сигаретке там вообще какой-то чай. Ну да, гороховый 53. Ничего не понимаю. Я вот стараюсь не курить, но просто иногда ты попадаешь под дым, и ты такой... Ну что? А что, может хачапури? У меня как звонит мне подруга, говорит, Наташа, мы с ним расстались. Я говорю, пошли в хачапури. Попьем гранатового так, вина, пошли, короче, обратно. Пишем хачапуру, и поэтому родилась горная... Бар «Свобода», где находится? Горная, это, мудрость. Между погрустить, да, и хачапурой, я выберу хачапуру. Понимаешь, да? Парни нынче жидкие пошли, как сказала моя мама. Галина Петровна, у меня с ней, я всегда ее фотографию с собой ношу. Вообще, у меня здесь еще кладезь. Как так, говорю, ладно, давай сейчас в другое тогда зайдем. Так нет, скорее всего, это где-то во дворе. Да. Ну, пошли в другое место, по барабану. Не покажем вам этот бар. Ну вот. Ну что, ну я не смог найти. Ну, как бы, возможно, это бар, знаешь, как вот эти вот закрытые бары, где куда я надо все, там... Я все как старая бабушка. Куда-то надо там хочется. Ходить, вот мука, вода. Все, давай зайдем сюда. Давай. Мука, вода. Все, пошли. Закончим. Но, опять же, чисто питерская. Где пошли. Вы, где, нигде.
какой он душный, надо спросить его. Здравствуйте. Ты не знаешь, когда он... А, позавчера, вчера. Вчера. То есть он... Нет, ну как нет, у меня был бывший какой-то, который был. Здравствуйте, у вас какие-то коктейли есть или что-нибудь? Был стрелец, торчик, да, в смысле. Как торт? Я понимаю. Да, я все понимаю. Уже конец вечера, я понимаю, что нужно. Да, да. Выпить что-нибудь. На всех видео. У нас есть коктейли только, вино. Коробочка, которая вот, коробка смеха была. Единственное только, что... А нам один коктейль, мы выпьем и уйдем. Хорошо, можно тогда присесть? А мы тут и присядем. С удовольствием. Нам. Так красиво пахнет. Ну, давай историю. Да? Да. А ты так хорошо меня по волосам гладила. Серьезно? Так я мне могу. Нравится, я могу. Ты рассказывай историю. Бета-версия, это абсолютно бесплатно. Давай, в общем, долгое время я тусовалась в клубе МОД. Да, это вообще, известное место. Это лучшее вообще love. Love, Денис, привет, в Черногории, тебе привет. И однажды я выпила апероль, у меня парень работал в баре, я ему немного помогала. Это лучшие знакомства в моей жизни, это Паша Техник, это Ильич из Little Big, это Мистер Малой, до сих пор мы с ним дружим, Андрюшка, Андрей Евгеньевич. Обожаю. В общем... Ага, спасибо большое. А вы один штука сделали? Один, да? Один, я попросил один, да. А ты хочешь... ты ж какой, а? Да. А у вас нет еврейских корней? Нет, дело не в еврейских корнях, деточка. Там клевера кусочек. И красивый лед. Что? Сексуально. Охренеть, попробуй. Охренеть. Вот так мы и напивались. Ну и? А что, я увидела кусочек льда и отъехала. Отъехала? Да, да, да. Почему да. Ты не гладишь? Промот. Да? Конечно. Ногти. Вот, и... Однажды я выпила апероль, и мне очень сильно заболел живот сразу, потому что это ликер, это сладкое, и я поняла, что апельсин – это не мое. И подходит ко мне товарищ из психеи, Андрей Зыряныч, я тебя обожаю, это лайфхак теперь на все времена. Стоит, курит сигарету, говорит, дай ладошку, стряхивает мне сигаретный как бы пыль и говорит, теперь кушай. Это пепел называется. Ну, пепел, да. Ну, сигаретный. Сигаретный дым, я сказала, да? Пепел. Все, я уже напиваюсь, значит, уже. Это место, я тебе открою страшную тайну, это тебе место этого самого древесного угля он предложил просто. Вот и все. Чего? Место древесного угля, место... Древесного, не белого? Небесного. Место энтергеля. Да. Мы выпьем его в конце тусовки. Белый уголь, достаточно одной таблетки. 327 рублей, еще никогда не были так прекрасны. У нас остается 7 минут. Серьезно? Серьезно. Сейчас. 7 минут на все, чтобы быть с тобой, чтобы позабыть. Так быстро? А ты можешь хотя бы 7 минут? Я иду к этому. Я иду к этому всю свою жизнь. Блин, очень пока, круто. Пока что вот полторы. Что ты, вот я бы хотела. Две, я бы хотела. Две максимум. Слушай, я бы хотела отпочковаться, но я уже не понимаю, хватит ли мне сил. Смотри, вот это сними. Это просто фантастиш, фантастиш, граффитиш. Да, фантастиш, граффитиш, я согласен. Просто вообще, дай бог здоровья владельцу этого казино. А, надо посмотреть, что за издание. За просто издательство. Кайф. Что за издательство? Асид, асид полнейший. Выпью закраску, смазку. Издательство «Инвалид». Рек Майо, Кирилл Мацарбон. Короче, был у меня один граффитист. Дай бог ему здоровья, Антош. Люблю тебя. Ты всех любишь. Че бы ты ни думал. Так это работа над собой, понимаешь? Ненавидеть всех – это слишком просто. Это низшие эгрегоры. Это как набухаться. Деточка, а вот любить здесь всех. Здесь с тобой я согласен. Давай на
этой замечательной ноте, во-первых. Будем кончать. Да, мы будем кончать, но сейчас сначала маленький закадр от меня. Не исключено, что вам однозначно потребуются какие-то согревающие напитки, не обязательно алкогольные. Если вы придете ко мне на экскурсию в эти выходные, либо на предновогодние экскурсии в Москве, либо на новогодние экскурсии в Петербурге. Несмотря на температуру и погоду, люди жаждут знаний и впечатлений, так что одевайтесь потеплее и приходите. Тем более, что именно после экскурсии вы можете купить мои книжки с автографом. И я размещу же твой инстаграмчик, да? Нет. Тебе нужны агрессивные дрочеры в подписочке? Да. Да? Отлично. Вот эти 30 человек, которые пишут, что пора... А мы все? Мы кончаем, реально? Да, это была отличная... Или как это надо делать? Вечеря. Я так никогда не научился это глаза делать. Глаза твои. Мои глаза. Все такие, серьезно. Ты хорошая. Ты люби себя тоже. Расскажу историю. Это уже про Жеку моего из Бостона. У него такая полутатарская внешность. И он говорит, мы когда-то, в Амстердаме он пошел в стрип-бар. Ну, а понятно, чем занимаются в стрип-баре девушки. Они, естественно, деньги сидят из тебя. Идет ему? И он такой говорит, я подскажу кому-то. Она садится и говорит, у тебя такие красивые глаза. И у нас это потом был с ним мем. Я говорю, Женя, у тебя правда? Такие красивые. Слушай, у тебя бэт-трип? У меня не бэт-трип, у меня гуд-трип. У меня всегда гуд-трип. У меня бэт-трип бывает, но я их не анонсирую никому. Гуд-трип. Засосемся? Ну, свящуем, только это может быть тоже пропаганда. Как вожди. Нет, почему как вожди? Мы можем не касаясь. Мы можем не касаясь. Просто вот. Подожди. А я вообще хотела там, знаешь, накрасить рот, поменять рот. Слушай, не надо красить. Будет второй выпуск. Я все время этот рот съедаю всегда у всех. Значит, сначала он зовет каких-то девчонок, а ты нас вместе сможешь позвать. У меня такое было в последний раз, мне было 20 с чем-то лет. Я ей насилил. Понимаешь? Или ты что, хочешь как-то... Мистер Мускул. Как-то меня запрограммировать, чтобы мне на дух хватило? В смысле? Ну. Блин, Павел, ты нечестных правил. Вообще, абсолютно. Я желаю тебе... Не, я, к сожалению, честных правил – это проблема. Я правда желаю тебе фертильности. Это проблема? Так фертильность не от этого зависит, а от... Павел Людмилович! Фертильность, пожалуйста. Я считаю, что в России нужно вводить матчество. Матчество. Ты, Натальевна, это вообще как понимать? Ирина Натальевна, это вообще любовь. Это опять слезы. Слезы. Очень классный. Ты знал, что она Натальевна? Нет, не знал. Прикинь. Охренеть. Что это должно поменять в моей жизни? Смотри, слеза. Так, ладно, друзья. Коммент туда и, в общем... Вот... Комменты знаете куда? Куда? Заряжайте! Заряжайте его всю! О, божечки, да. Все, увидимся, пока.